В следующий день ближе к вечеру
Ходейского церкви Иоанна Златоуста, расположен по адресу Воскресенского национального дома 14, передал денежные средства в сумме 1 миллион рублей личным коллегам, которые их присвоил, а затем распределился к своему усмотрению. При этом квартал не был установлен на месте коллегам. Таким образом, правительство обвиняется в том, что умышленно закрыто зловещие продукты обмана за укрепление доверия, использование своего служебного положения денежных средств, что является крупным размером. В результате выполнения Калинникова своего обещания обещания по решению вопроса о его проблемах правоохранительного органа 13 марта 2013 года по результатам проведенной проверки ОФГК ОВД России в Московской области след результатов управления по следованию этого важного дела главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в Московской области осуждено уголовное дело 30.006 в отношении Овечкина в пункте начала неустановленных длинных лиц по признакам преступления предусмотренной статьей 155 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту незаконного владения 2009 году права собственности на 12 земельных участках общей площадью 35 700 квадратных метров, расположенных в Севастопольском районе Московской области. 27 августа 2014 года уголовное дело номер 62-651 переданное в следственный отдел по городу Воскресенко-Кустовского Российской Федерации Московской области для организации дальнейшего расследования. 29 сентября 2014 года Калинникову предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 159 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации и установлено пресечение в виде подписки о невыезде на ближайшем поведении. В настоящее время Калинников на основании решения Совета депутатов муниципального района Московской области номер 488-47 от 23 марта 2012 года занимает должность главы Московского муниципального района. Следует ходатайство перед судом о временном отстранении от должности обвиняемого Калинникова, поскольку он обвиняется в совершении тяжкого преступления с использованием служебного положения в связи с занимаемой должностью главы Московского муниципального района Московской области. У следствия есть основания, что основание полагает, что находясь в указанной должности, в силу своего должностного положения, он может оказывать давление свидетелям уголовного дела, которые проживают в Воскресенском районе, либо воздействовать на них с целью добиться изменения показаний с их стороны или дальше необъективных показаний на иных участников судопроизводства, либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Послушав мнение участников в процессе проверки представленного дела, в случае дальнейшего ходатайства подлежит удовлетворению, поскольку Калинников обвиняет совершение тяжкого преступления с использованием служебного положения в связи с занимаемой должностью главы Воскресенского муниципального района Московской области. Все занимаемые им должности он выделен определенным кругом полномочий властного характера по отношению к подчиненным ему сотрудникам администрации Воскресенского муниципального района, которые полномочен назначать их на должность и освобождать от нее, которые в сложившейся ситуации находятся в служебной зависимости от Калинникова и, оставаясь на занимаемой им должности, может продолжить преступную деятельность с использованием своего служебного положения, а также оказать давление на свидетелей, поскольку они являются жителями города Воскресенска, а также сотрудниками администрации, угрожая участникам уголовного судопроизводства другим способом воздействия на них с целью добиться с их стороны определенных действий или решения, либо не препятствовать установлению по уголовному делу объективной истины. Кроме того, в представленных материалах имеются два заявления свидетелей Кузнецова и Ёшина, которые просят отстранить от должности главы Воскресенского муниципального района Московской области Калинникова, поскольку, находясь именно на данной должности, обладает определенными полномочиями возможности воздействия на различные группы граждан, он может оказать на них давление с целью изменения данных в ходе следствия и показаний. Свидетели указали, что в их адрес уже поступали угрозы по телефону от неустановленных лиц. Несмотря на положительные характеристики Калинникова и имеющиеся у него награды, суд приходит к выводу, что имеется достаточное основание для принятия решения о применении в отношении обвиняемого меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности. В соответствии с статьей 114, частью 6, 131, частью 48 УПК Российской Федерации на время отстранения от должности обвиняемый и подозреваемый имеет право на ежемесячное пособие, в связи с чем суд считает, что Калинникову необходимо назначить указанное ежемесячное пособие в размере 5 минимальных размеров плат труда. Доводы Калинникова и его адвокатов о том, что его полномочия как главы Воскресенского муниципального района Московской области заканчиваются в октябре 2014 года, он снял свою кандидатуру и не стал баллотироваться на повторный срок. Суд не может принять его внимание, поскольку в настоящий момент
Калинка занимает должность главы Воскресенского муниципального района Московской области, в связи с чем заместитель руководителя следственного отдела по городу Воскресенского Исаев обратился с ходатайством о временном отстранении его от занимаемой должности. На основании изложенного руководства статьями 114 131 УПК Российской Федерации постановил временно отстранить Калинникова Александра Михайловича 5 марта 1964 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренной статьей 159 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, занимаемой должности главы Воскресенского муниципального района Московской области, назначить обвиняемому Калинникову ежемесячное государственное пособие в размере 5 минимальных размеров оплаты труда, исходя из минимального размера оплаты труда в сумме 5554 рубля в месяц. Последующая индексация начинается 29 сентября 2014 года. В управлении судебного департамента Московской области произвести за счет средств федерального бюджета выплату указанного пособия. Кроме настоящего постановления направить на место работы обвиняемого Калинникова, постановление может быть отправлено в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения. Судья, подпись.